Всем добрый вечер, дорогие зрители. Сейчас нахожусь я в районе Кестель. Нашел двухкомнатную квартиру. Так, две квартиры в этом готовом проекте, который был сдан месяц назад. Расстояние до моря, море, видите, где-то 340-360 метров до воды. Тут у нас средняя дорога именно района Кестель. Там первая береговая линия. Четвертый блок. 1, 2, 3. Четвертый блок. Тут у нас открытая территория, открытая парковка, фитнес есть, открытый бассейн. Спустимся, покажем вам. Квартира находится на четвертом этаже нового проекта. Балкончик. Гостиная, совмещенная с кухней. Сейчас поздновато по пути. Так, здесь санузел. Извиняюсь, что темно. Вот так двери открываются. Интересный метод открытия. Вот сейчас я включу свет. Фонарик. Вот. Ну, нормальный санузел. Вытяжка тоже есть. Так. Спальня. Спальня у нас 9 квадратных метров, дорогие зрители. Термопакет, двойные окна. Потолок 280 сантиметров высота. Так, здесь у нас встроенный шкаф. Сейчас я вам стараюсь показать и вторую квартиру. Заранее скажу цену, дорогие зрители. Две квартиры. Цена 100 тысяч евро плюс 1 евро. Это скидка. Так что скидки никакой нету, торга нету. 100 тысяч евро. Минимальная цена двух квартир. Спускаюсь я на этаж, кажется. Или здесь она. Сейчас увидим. Итак, вот такой у нас лифт. Только сдали в эксплуатацию. Айтат. Ага. Вот айтат. 15 евро в месяц у нас айтат. Итак, входим в квартиру. Здесь у нас санузел. Вот. Санузел. С душевой кабинкой. Двери открываются в таком порядке. Та сторона была юго-западная. Эта сторона юго-восточная. Спальня. Угу, юго-восточная. Район Кестель считается элитным, так как тут в основном строятся пятиэтажки. Эта квартира находится на третьем этаже, он как четвертый. Другой этаж был четвертый, как пятый. Еще шестой этаж, дуплекс квартира. Над этой квартирой двухуровневая квартира. Так, гостиная совмещена с кухней. Здесь где-то 17 квадратных метров чистых. И балкон не маленький. Большой балкон. Посмотрим, это южная или восточная? Нет, она именно южная. Еще есть квартира посередине прямо. Отсюда видит море. Итак, здесь у нас вид может закрыться. Здесь построят какой-то проект. Здесь будет бассейн. Так как так, той квартиры вид хороший, и она на высоте, там крайняя цена 100 тысяч евро, эта квартира 97 тысяч 500 евро. Окей, дорогие зрители, торгов нету, так почти там близко к морю, я 360 метров сказал, но я вижу отсюда машины как ездят близко, думаю, что даже 280 по карте не измерил, надо посмотреть.
Секунду. Так, здесь написано 190 метров до дороги, оттуда 80 метров. Короче, 300 метров максимум с поворотами. Так, дорогие зрители. Плюс 90 555 064 91 10. Рядом есть инфраструктура, сеть магазинов Хаусбул и там Шок, Бим. Потихоньку как Кестель уже начал развиваться. Открывать новые кафетерии, новые маркеты всякие. Тут даже близко к Махмутларам, скажу, где-то километр или 800 метров отсюда уже начинается Махмутлар. Все, пишите, звоните. Нет, ждите, я вам инфраструктуру еще не показал. Итак, здесь у нас внизу фитнес-зал. Вот бассейн. Вот и заполняют, еще не заполнили. Итак, что еще здесь у нас? И территория, цветочки. Все. Пока-пока, дорогие сети.